Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, известных и не очень. Сегодня у нас Франц Рихард Унтербергер, бельгийский живописец австрийского происхождения. Родился в 1838 году в Инсбруке. Данных очень мало, но вот то, что есть, я сейчас зачитаю, посмотрим работы. Получил художественное образование в Германии, в Академии Мюнхена, где учился в 1853 году в классе Климента фон Циммермана и Юлиуса Ланге, а затем продолжил обучение в Академии Веймара у Альберта Циммермана. В 1859 отправился в Дюссельдорф, где занимался живописью под руководством известных пейзажистов братьев Освальда и Андреаса Ахенбахов, оказавших на него большое влияние. Посетил первый раз Италию в 1858 году, здесь несколько месяцев прожил в Милане. Спустя год вместе со своим учителем Ахенбахом предпринял долгое путешествие по Норвегии и Дании. Наиболее известны его живописные картины с видами Италии, Венеции и так далее. С 1864 года и до самой смерти он жил в Брюсселе. В 1874 году участвовал в художественной выставке в Вене, где имел большой успех и получил медаль от австрийского императора Франца Иосифа. Умер в возрасте 63 лет в 1902 году в Брюсселе. Ну вот так вкратце все то, что мне удалось найти о Франце Рихарде Унтербергере, бельгийском живописце австрийского происхождения. Пока-пока, смотрим работы, до свидания.